из Одессы в Ормос Панагиас, Панаес, через Орловку. Тут Трубунарский район, где-то плюс-минус, на пути к Измаилу. Заодно и узнаем, работает ли переправа и можно ли проехать к рекам в гости. Ох, трава высокая. Клещи, все дела. Орловка. Как заезжать на кораблик? Паромная переправа. Под самым-самым Бухарестом. Скоро будет София. Кстати, румыны и коронавирус. Масок нет. На таможне был последний, и то такое. Даже барышня, которая меряла температуру, типа а-ля медик, снизу на подбородке. Короче, им посрать на маски, ни у кого ничего нет, и никто об этом вообще не парится. Тебя ни в магазинах, ни в чем не просят надевать их, одевать их. Даже на таможне стояли с мужиками, лялякали, ржали. Они не хотели пускать подлюки. А маска, ничего страшного. Нет, ничего страшного, все хорошо. Коронавирус закончился. Пробка на границе Румыния-Болгария. Ни одно окошко не работает. Чего? Почему? Солнце пробивается. Батюшка уже прошел. Осветился. А, здесь каждую машину светят. Моют водичкой. В общем, Болгария, доброе утро. Блин. Путь увеличивается на пару десятков минут. Это уже Болгария, до Софии осталось километров 100-150. Горы. Там даже снег есть. О, там, далеко. Классная природа, пейзажи.